Павлодарской области налоговая задолженность физических лиц превысила 500 миллиардов тенге. Благодаря налоговой амнистии по итогам прошлого года только налогом на транспорт павлодарцы пополнили казну государства на сумму 2 миллиарда тенге. Подробности в сюжете. 691 миллион тенге – задолженность физлицами в бюджет по налогу на землю, транспорт, имущество составила на 1 января 2020 года. Львиная доля, а это порядка 580 миллионов тенге, 19 тысяч павлодарцев задолжали по транспортному налогу. По налогу на транспорт в течение года проводилась большая работа совместно с органами дорожной полиции, с частными судебными исполнителями. За год было выставлено порядка 178 тысяч уведомлений и добровольно погашено нашими налогоплательщиками порядка 284 миллионов налогов по земле, имуществу и транспорту. В конце прошлого года в Павлодаре департамент госдоходов проводил рейды по выявлению злостных неплательщиков. В результате 52 жителя павлодарского Прииртышья произвели уплату налогов в бюджет на сумму более 2 миллионов тенге. Кроме этого, в течение 2019 года каждый налогоплательщик мог воспользоваться налоговой амнистией. Она стартовала буквально во втором полугодии, и за это время воспользовались данной налоговой амнистией порядка 35 тысяч населения. Ими самостоятельно была произведена уплата на 237 миллионов тенге. Специалисты департамента госдоходов отмечают, что каждый налогоплательщик, пользуясь информационными системами, через мобильные приложения может самостоятельно проверить и оплатить налоговую задолженность. Вероника Вишневская, Юрий Белевский, Ертыс Ахпарат.